11-й кубок олимпийского чемпиона по стрельбе из лука Виктора Рубана собрал в областной школе высшего спортивного мастерства 140 участников из 6 областей. Для большинства из них эти традиционные всеукраинские соревнования были основным этапом подготовки к зимнему чемпионату страны. Сам виновник торжества выступил вне конкурса в квалификации и показал лучший результат. За олимпийским раундом Рубан наблюдал уже с трибуны. Своего именитого земляка харьковские лучники не подвели, завоевав 22 награды, 6 из которых высшей пробы. В мужском финале Леонид Дикань победил в дерби другого юниора Игоря Гулича 6-0. Юлия Коваленко первенствовала среди кадеток. Еще 2 золота хозяева заработали в командном кадетском турнире. В блочном луке победный дубль оформил Юрий Дорошенко. В личном финале он одолел киевлянина Дмитрия Львовского 144-141. Командные соревнования выиграл вместе с Александром Соколовым и Вадимом Головко. Первое место харьковчане заняли и в медальном зачете Кубка Рубана. Вторыми были сумчане, замкнули призовую тройку столичные лучники. Зимний чемпионат Украины по стрельбе из лука пройдет в конце января во Львове и будет отборочным на февральский чемпионат Европы среди взрослых и юниоров, который пройдет в Турции.